Всем привет, меня зовут Соня и мне 14 лет. Я люблю записывать видео в ТикТок, да, возможно, это покажется странным, но мне правда это нравится. И я люблю фотографировать и фотографироваться. Когда мне грустно, это когда у меня что-то не получается. И если я делаю много попыток, и у меня все это не получается, я опускаю руки, и мне становится так грустно, я могу даже плакать. Больше всего я боюсь потерять своих родных и близких, потому что я вообще не представляю, честно говоря, жизни без них. Это моя часть души, я их очень люблю. Три любимых качества в человеке – это для меня искренность, доброта и простота. А в отрицательные качества – это эгоизм, лицемерие и, наверное, ложь. На самом деле, самая моя заветная мечта – это стать актером, но вообще я хочу развиваться в медиасфере и иду к этому, и мне очень хотелось бы попробовать себя в разных, и в режиссуре, и в журналистике, но актерская – это прям моя самая заветная мечта. Счастливой меня делает, когда я делаю то, что мне нравится. Ведь когда человек делает то, что ему нравится, он автоматически делает себя счастливым. А когда я делаю то, что мне не нравится, я не чувствую себя счастливой.